Одесский боксер Энрико Гагохи одержал 10-ю победу из 10 боев на профи-ринге. Соперником одессита в поединке был бразилец Витор Джонс, у которого за спиной более 15 побед и 4 поражений. Гагохи, выступающий в весовой категории до 64 килограммов, уверенно продержался два первых раунда, а в третьем точным ударом левой в туловище отправил соперника в нокаут.